Во вторник в Слониме пошел первый обильный снегопад. Для автомобилистов, пешеходов, коммунальных служб наступает сложный период гололедицы. Как готовы к работе в зимних условиях дорожные службы, рассказывает начальник слонимского производственного участка ДРСУ-119 Виталий Балтрушка. В принципе, для работы в зимних условиях мы готовы. Мы имеем 6 МАЗов, которые с отвалами снегочистительными. И 3 МАЗа мы имеем под румами. 2 МАЗа 20-тонники стоят, и 1 МАЗ 10-тонник стоит под румом. Вот. Имеем 4 тракторные единицы для очистки, 2 грейдера. Имеем экскаватор Хитачи. Я думаю, что мы готовы к производству в зимних условиях. Ну и смотрю, горы песчано-соленой смеси. Песчано-соленая смесь есть, но не вся. Правда, мы заготовили только 55% от потребности. Но в ближайшее время мы ждем поступления соли, и мы ее домешаем. Вот, песок природный у нас лежит в полном объеме. Осталось только получить соль.